Положительная тенденция в сфере строительства и рост инвестиций на 35%. Такие показатели отметил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым. В аэропорту Махачкала состоялось совещание, на котором стороны подвели итоги рабочего визита федерального руководителя. Сергей Чеботарев отметил, основная цель его приезда выполнена – это разговор с погорельцами из села Тиси-Ахитли, утратившими свое имущество во время крупного пожара. Всем миром мы помогли людям справиться с этой бедой. Люди не чувствовали себя одинокими здесь, да, один на один с этой проблемой, которая возникла. Помогали, конечно, в первую очередь и руководство Республики Дагестан, и лично Владимир Дуалиевич, была выделена первая помощь материальная главой республики. Помогали соседи, помогали все небезразличные люди, которые там чем могли помогали, деньги прислали и так далее. И, конечно, помог федеральный центр. Глава Минкавказа подвел итоги по развитию Дагестана в сфере сельского хозяйства. Он отметил, что Россия заинтересована в развитии интенсивного садоводства, овощеводства, овцеводства и других направлений. Мы знаем огромный потенциал, который есть у нас в Дагестане в сфере сельского хозяйства. Дагестан обладает уникальными климатическими условиями, и море, и горы, и равнина, и все это мы знаем. В лучшие годы работало на сельское хозяйство, и сейчас это начинает работать.